Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала «Беларусь-2», передача «Старты и финиши». В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Хоккейные клубы Гомельской области на прошлой неделе устроили схватки с северянами. Сильнейших боксеров собрал международный турнир по боксу памяти Владимира Губанова. Под Гомелем спортсмены обуздывали воздушные потоки. Белорус Василий Кириенко одержал очередную победу. Уроженец Речицы выиграл соревнования в индивидуальной гонке с раздельным стартом «Хроно де Насьон» во Франции. Белорусский чемпион мира в этом виде соревнований преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты 36 секунд и опередил поляка Мартина Белоблоцкого на 1 минуту 12 секунд. О других новостях в нашем обзоре. В 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги удача наконец-то повернулась лицом к футбольному клубу «Гомель». До выездной встречи с брестским «Динамо» зелено-белые не выигрывали 12 игр кряду. Причем последнюю свою викторию они одержали еще в июне, именно над брестскими «Динамовцами». Гомельчане не стали тратить время на разведку и сразу же бросились в атаку, создав в первой 10 минутке 3 стопроцентных момента. Старания гостей увенчались успехом на 16-й минуте, отличился Геннадий Близнюк. Через 15 минут почин капитана поддержал Алексей Тислюк. 2-0. Спустя несколько минут Близнюк оформил дубль, реализовав пенальти. Во втором тайме капитан Гомеля отличился и в третий раз, уверенно пробив с точки. 4-0. После победы над «Динамо» отставание Гомеля от спасительного 13-го места составляет всего 2 балла. В ближайшее воскресенье, 25 октября, зелено-белые будут принимать у себя дома Слуцк. Команда из Минской области сейчас занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и опережает Гомель всего на 3 очка. Мозырская «Славия» в 23-м туре дома крупно уступила «Белшине» 1-4. Мозыряне располагаются на 11-й позиции. Следующий соперник – столичная «Динамо». Три из четырех клубов нашего региона одержали победу в 6-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу. Поражение потерпело только БЧ. На своей площадке железнодорожники уступили столице 2-4. В тот же день в гомельском спорткомплексе «Локомотив» состоялся еще один поединок. Агрокомбинат «Южный» переиграл столичный «Динамо» БНТУ 4-3. ВРЗ в гостях нанес сухое поражение гродненскому УВД «Динамо» 3-0, а светлогорский ЦКК также на выезде был сильнее минского «Дорожника» 2-0. Стартовал женский чемпионат Беларуси по баскетболу. Гомельская команда «Гомель-СОШ» открыла чемпионат домашним матчем против брестской «Виктории». Хозяйки победили со счетом 50-49. Следующий домашний матч «СОШ» проведет в ближайшую субботу. Соперник – столичный «Горизонт». Хоккейные клубы Гомельской области на прошлой неделе устроили схватки с северянами. В рамках национального чемпионата в экстралиге в регионе побывали хоккейный клуб «Витебск» и новополоцкий «Химик СКА», по очереди сразившись с местными командами. Жлобинский «Металлург» для начала обыграл витебчан со счетом 6-4, а Гомель в это время определял сильнейшего в схватке с «Химиком». Двухматчевое полесское дерби лишило Гомеля очков. С третьей строчки турнирной таблицы их потеснила «Динамо» Молодечно. Поэтому рыси явно не намерены были терять очки в домашней встрече с командами Витебской области. Первыми под руку хозяевам попались новополочане. Стартовый период не предвещал ничего хорошего. Яркую игру хозяев льда назвать было сложно. Преимущество гостей нашло отражение в сухих цифрах итогового протокола. В стартовой 20 минутке подопечные Андрея Коробова перебросали гомельчан почти в 2 раза – 6-10. На перерыв собирались идти для получения суровых наставлений от тренерского штаба. Вот только Эдис Брахманис не мог смириться с подобным положением дел и в раздевалку отправил первый гол за 2 секунды до сирены. Эта шайба на атаку гомельчан повлияла положительно. Во втором периоде рыси пробовали кусаться, но голкипер Новополоцка шансов не давал. И к тому же гомельчане излишне надеялись на вторую удачу Брахманиса, постоянно выводя его на удары, упуская при этом другие моменты. Не знаю, как я всегда говорил, уже все научились кататься и бросать, поэтому каждый матч, он, как можно сказать, как равный, кто быстрее забьет, кто как подготовится, кто и выиграет. Бывают, может, такие матчи, когда шайба не идет, трудовые голы получаются, поэтому тяжело нам давались голы сегодня. Лишь в заключительной третьей матче гомельчанам удалось окончательно сломить сопротивление северян. Счет удвоил Павел Мусиенко. А почти через 10 минут после этого Сергей Колосов броском от синей линии застал врасплох вратаря гостей. При счете 3-0 новополочане явно опустили руки. На Гомель не замедлил наказать их за это. Через 40 секунд окончательный итог в матче подвел Евгений Соломонов, эффектно разобравшись на пятачке. 4-0. Примечательно, что с таким же счетом рыси в следующем матче разобрались с хоккейным клубом «Витебск».
«Химик», разозлившись, стал преградой для жлобинского «Металлурга». «Волки» проиграли со счетом 1-2. Команда гандбольного клуба «Гомель» на минувшей неделе сыграли матчи в рамках чемпионата страны. Девушки записали в свой актив две более чем уверенные виктории. В гостях со счетом 40-20 была обыграна команда «Витебск-Ганна». Дома гомельчанки «Камня на камне» не оставили от городничанки 34-15. Мужская команда провела одну игру. В гости приехал могилевский «Машека». Турнирные дела у команд складываются по разным сценариям. У «Гомеля» после 4 проведенных игр 3 виктории, но у могилевских гандболистов в графе победы пока значится 0. Так что хозяева выходили на паркет в роли фаворитов. Правда, и у них сейчас не все гладко. Наступает небольшой спад в физической форме, оно чувствуется. К сожалению, не все игроки еще готовы функционально после травм. Поэтому приходится, основная нагрузка ложится на 5-6 человек. Тяжело играть игры, поддерживая постоянно темп игры. Итог первого тайма подтвердил предматчевые анонсы. Гомельчане вели 5 мячей, 22-17. Спустя 10 минут после старта второй половины преимущество «Гомеля» было уже не таким явным – 26-24. В памяти начали всплывать эпизоды стартового матча чемпионата против гродненского «Кронона», когда «Гомель», уверенно ведя практически весь матч, в концовке упустил победу. Казалось, сценарий повторялся. Игра шла мяч в мяч. Могилевской команде несколько раз удавалось подбираться к хозяевам вплотную, сокращая отставание до минимального. Однако сравнять не получалось. Не достали «Гомеля» из-за того, что где-то получились опять выброшенные передачи. Я думаю, что здесь сказалась уже усталость нашего разыгрывающего. Может, надо было сделать здесь быстрее замену мне, как тренеру. Но и, конечно, незабитые там пару мячей, которые у нас были угловой два раза. И с полусреднего, где мы искали просто вход на 6 метров, а нужно было бросать. А вот «Гомель» в концовке не сплоховал. Хозяева увеличили отрыв и довели матч до победы. Первый тайм выиграли, вроде вели, уверенно. Люди расслабили, будем так говорить, потеряли чувство какой-то уверенности. Ну, буквально минутное расслабление, и все идет. Затем непонятно что. Вот. Поэтому, как бы, это еще раз говорю, это чисто психология. Видно, что наша команда посильнее команды «Машека». Где-то идет сбавка, потом добавляем. За счет чего? Наверное, за счет свежих сил вливания. Ну, индивидуальные игры Ященко сегодня, Андрей Ященко хорошо сыграл. Левый полусредний «Гомеля» внес серьезный вклад в победу своей команды. На счету Андрея Ященко 13 заброшенных мячей. Следующую домашнюю игру «Гомель» проведет в ближайшую субботу. В соперниках гандбольный клуб имени Левина из Новополоцка. В Катаре завершился чемпионат мира по боксу. В активе белорусской сборной одна медаль. Бронзу в весовой категории до 56 килограммов завоевал Дмитрий Асанов. Также белорус получил и пропуск на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Гомеле также собрались мастера ринга. В 12-й раз сильнейших боксеров собрал международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Владимира Губанова. Были среди участников и те, кто также будущим летом планирует отправиться в Бразилию. Владимир Губанов свою жизнь посвятил боксу. Неоднократно выигрывал чемпионат Беларуси. 10 лет возглавлял Гомельскую федерацию бокса. Много сил и времени тратил на воспитание молодежи. Немало у него и трудовых наград. Семья Владимира Губанова – желанные гости на турнире. Очень замечательно, что отца не забывают, что о нем помнят. Вот. Это был на самом деле очень достойный человек, замечательный боксер, насколько я даже знаю по своему детству. Что он свою жизнь посвятил спорту. Представительство на турнире довольно серьезное, как среди мужчин, так и среди женщин. Всего более 40 спортсменов. Многие из них члены национальных команд. Есть призеры и победители чемпионатов Европы и мира. Сейчас напряженный передолимпийский период. На самых престижных стартах разыгрываются путевки в Рио-де-Жанейро. Турнир памяти Владимира Губанова спортсмены включают в план подготовки к этим соревнованиям. Для нас этот турнир, как говорится, большой опыт для наших ребят. И я думаю, что в дальнейшем также мы будем приезжать и участвовать в этих соревнованиях. Сильнейший состав выставила и Гомельская область. Боксеры готовятся к Кубку Беларуси. В ноябре месяце планируется Кубок Республики Беларусь, который будет проходить в городе Минске, где будут участвовать все сильнейшие боксеры нашей области. Здесь мы просматриваем и набираем опыт. На турнире памяти Владимира Губанова представители Гомельской области 6 раз поднимались на пьедестал почета. В активе боксеров 5 золотых наград и 1 серебряная.
На аэродроме Зябровка прошел 6-й открытый чемпионат Беларуси по парапланеризму «Полесский десант 2015». В соревнованиях на точность приземления приняли участие почти 40 человек. О том, как под Гомелем пытались обуздать воздушные потоки, в следующем репортаже. Параплан – самый легкий и самый доступный пилотируемый летательный аппарат. И самый тихоходный. В движение его приводят набегающие потоки воздуха. Особых специальных условий для занятий нет. Необходимо крыло, небольшая возвышенность для взлета и небольшая площадка для посадки. Пилотирование также не вызывает особых проблем. Однако, как говорят спортсмены, ощущения от полета непередаваемые. В Полесском десанте приняли участие 12 команд из Беларуси и России, а также один спортсмен из США. Многие из них поднялись в воздух Зябровского аэродрома не впервые. Мне здесь нравится прежде всего энтузиазм тех людей, которые это организуют. Вот я вижу, что здесь вот силами местного аэроклуба и Жени Вихор, как главного организатора, вот, организуются и растут, и в дальнейшем, я думаю, будут очень престижными соревнованиями. Я вижу как бы очень хороший настрой у людей. Парапланеризм хоть и простой вид спорта, однако зависит от погодных условий. В этот раз сильные порывы ветра откорректировали график соревнований, однако полеты все равно состоялись. Возвышенности на Зябровском аэродроме нет, поэтому в воздух парапланы поднимались при помощи автомобилей и лебедок. Спортсмены делали круг, а после им необходимо было приземлиться в отмеченную точку. Судьи измеряли расстояние от центра круга и заносили его в протокол. Выигрывал тот, у кого это расстояние было самым маленьким. Причем спортсмен не всегда может повлиять на результат. Ну, на самом деле, это стечение обстоятельств, то есть мастерству пилота должны помочь погодные факторы в некоторой степени. Для Гомеля парапланеризм еще довольно новый вид спорта, однако свою команду Гомельский аэроклуб выставил. У нас секция практически еще работает год, но пилоты уже начали, будут выступать на соревнованиях. Посмотрим, все познается в сравнении. Конечно, высоких результатов мы от них не ждем. Здесь достаточно сильные команды российские. Команда Мозыря достаточно сильная. Там чемпион Республики Беларусь в этой команде участвует. В прошлом году они заняли первое место. На пьедестал почета гомельчане не поднялись. Второе место в командном зачете заняли спортсмены из Мозыря. Первенствовали гости из Санкт-Петербурга. Третье место также у петербургских парапланеристов. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи!